Всем привет! Попробуем разобрать задачку за 24 цента. 5 вопросов всего лишь, вроде бы так себе. Даны нам тут примеры, и надо нам сопоставить задачи, все ли сходится. Тут надо определить, получает компания деньги или нет. Вот в примерах приговор. Перевод, правда, ужасный. Так, из источников энергии чернила. Тут получается, что не получает деньги. Так. Который миллион долларов в серии. Тоже не получает. Который хватает. Хватает 140. Тоже не получает. Тут у нас в мире получила большого объема финансирования. Получает, сумма денег хватает. Так, ну что, вот я ее начал как бы делать. Не знаю, правильно, неправильно, но посмотрим сейчас. Так, у нас приговор, типа база биофарма поднимает 6 миллионов в серии Б. Поднимает. Я так понимаю, что это не получает инвестиции, а сама как-то заработала, то есть приумножила. Прибыль получила от чего-то. Значит, я ставлю, что тут вопрос, компания получающая деньги или нет. Я ставлю нет. Спрашивают серия Е, тут серия Б, тоже нет. Сумма вот эта вот совпадает или нет? 6 миллионов, 6 миллионов, да. Дальше. Медицинский фиксирующий 76 миллионов серии D. Опять вопрос, типа принимает инвестиция она или нет? Я поставил нет, судя по тому, что фиксирующий это не говорит о том, что она получила инвестиции, а получается, что зафиксировано, может, там доход компании 76. Поэтому ставлю нет. Думаю, что я прав. Надеюсь, что я прав. А тут тип серии D, да, типа. И сумма 6 миллионов, а тут 76 миллионов. То есть не совпадает. Дальше приговор. Стоя облаком взлетел с 3 миллионов. То есть взлетел. Опять же, не идет речь о том, что компания получила деньги от инвесторов каких-то. Просто взлетела. С 3 миллионов там неизвестно до какой суммы. Опять же, ставлю нет. Серия Е. Ничего про серию Е у нас не пишется. И вот тут вот я не знаю точно, об этом не сказано в инструкции, но тут пишет 3 миллиона долларов, а тут просто миллионы, типа, может быть сколько угодно. Я думаю поставить да, поставил да. Как бы, если бы тут было, допустим, 4, то 4 миллиона поставил бы нет. А так раз миллионы, то вполне может быть, что... Так, дальше. Привлекла 2,2 миллиона серии семян круглые. Привлекла. Вот тут непонятно. Тут, может быть, привлекла инвестиции на 2 миллиона. Получила, то есть, денег. А может быть и нет. Привлекла. Понимай, как хочешь. Ну ладно, я поставлю нет, наверное. Так, семя тип серии. Семян. Ну-ка в оригинале посмотрим. Серии сид. Сид, вот, сид, сид. Да. Так, тут 2,2 миллиона, а тут 2 миллиона. Хотя тут точка 2 миллиона. Двойки нет. Непонятно. Короче, ставлю нет. Поживем, увидим, что будет. Так. Серия А3. Нету А3 у нас. Миллионы, 7 миллионов. Тут опять, вот опять этот косяк. Мы поставим, да, бог с ним. Так, перевести. Так, полномочия с 7 миллионов. Тоже думаю, что нет. Думаю, что нет. Может, я и не прав. Так, ну что, отправим. Поглядим, что мы тут наделали. 40%. Яй-яй-яй-яй.
Вот очередной вылет. Вот он, Google перевод. Получается, что сделал 3 ошибки, что ли? Да, 3 ошибки сделал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, можете проанализировать, какие дел, может быть, сделаете по-другому. Наверное, там все-таки, где стояли просто миллионы, надо было ставить нет. Вот так вот я думаю. Можете попробовать, если что. Все, всем пока.